Добрый день, компания МДК. Меня зовут Яна. Чем могу вам помочь? Не знаю. Вы же мне сами позвонили. Сказали, что дадите мне 5 миллионов. Предложение по кредитованию. Нет, я не отвлекался. Вам только что поступил звонок? Да. И вы откликнули на наше предложение. Актуален будет вопрос? Ну, смотря как, в чем он заключается, какие условия. У нас сумма любая до 15 миллионов на любой срок до 25 лет. Ставка 12% годовой. По двум документам это паспорт и второй документ, удостоверяющий вашу личность. Понятно. Как компания называется? Мы компания МБК, консалтинговая компания. Понятно. Ну, не особо, я смотрю, оно выгодное. Еще раз можете повторить? Не особо оно выгодное. Не актуально будет, верно? Ну, я думаю, знаете, вот вы позвоните, когда вы такие условия предложите, дадите мне денег и еще за это сами будете платить. Вот это уже выгодные условия. А 12% годовых, это, как бы говорится, бывание пизды в лапте. Вы можете обдумать наше предложение, мы свяжемся позже. Ну, вы мое обдумайте. Беру кредит и мне еще платите. Там, месяц, ну, грубо говоря, 8%. Возможно, у вас есть действующие кредиты, подойдет рефинансирование у нас? Мне не нужно рефинансирование, у меня нету кредитов, я не дурачок. Вы хотели проконсультироваться с нашим менеджером по вопросу кредитования? Да, только он мне может предоставить такую услугу? Какую? Я беру кредит 5 миллионов, только не я вам проценты плачу, а вы мне еще платите. Нет, к сожалению. Ну, а что тогда говорить про какие-то выгодные условия? Для меня это не выгодные условия, это для вас выгодные, для меня нет. Хорошо, всего доброго, до свидания. Низкий поклон, да, больше не звони мне, поняла? До